Жила-поживала когда-то большая семья. Настала пора переезда в иные края. Когда же мешки с барахлом потащили во двор, у взрослых с детьми разгорелся нешуточный спор. И против, и за, и раздавались у них голоса, вести или нет им с собой дворового пса. А тот, чьих зубов опасался бессовестный вор, лежал и внимательно слушал людских разговор. Я стал им не нужен, зачем притворяться живым? И больше не поднял с натуженных лап головы. Спустя поколение снова настал переезд на поиски более щедрых и солнечных мест. И бывшие дети решали над грудой мешков, вести или нет им с собою своих стариков.